Мы можем своими силами пойти на этот шаг и менять городскую среду. Не ждать инициативы от кого-то, а самому принять участие в преобразовании города, призывают специалисты Казанского архитектурного бюро. В Чистополе они встречаются с общественностью, чтобы совместно разработать проект набережной. Основная идея в том, что мы получили запрос на пляж, это было понятно, что он нужен. Но интересно отметить, что не только пляж, что нужны и функциональные зоны на этой набережной. Важно учесть интересы всех. Вовлекать горожан в процесс проектирования, встречаться с активом планируется по фокус-группам. Сейчас свое мнение высказывают только молодые люди, студенты и работающая молодежь. Они обсуждают концепцию проекта и предлагают свои идеи. Потому что именно молодежь формирует и запросы на город, и им здесь жить, и дальше развивать этот город. Поэтому мы хотим точечно узнать, что им интересно было бы, что было на этой набережной, каких сейчас активностей, мероприятий им не хватает. Следующая встреча состоится уже с участием пенсионеров, спортсменов, людей с ограниченными возможностями, школьников, представителей бизнеса и культуры. С учетом всех мнений и будет разработано для архитекторов единое техническое задание. Именно оно ляжет в основу концепции набережной и будущего проекта.